Напомним, накануне глава региона Вячеслав Федорищев подписал с Федерацией профсоюзов и Союзом работодателей Самарской области два соглашения. Одно из них касалось ежемесячных выплат за звание «Ветеран труда». Они вернутся с 1 января 2025 года. Их будут получать 25 тысяч жителей региона. Мы спросили у самарцев, как они восприняли эту инициативу. Я думаю, то, что ветераны задавали эти вопросы и хотели как можно быстрее это все свершилось, вот можно их поздравить. Я считаю, что он достоин для того, чтобы государство таких людей, которых как можно было больше, ну, как поощрять. Это вообще, да, очень хорошее, потому что люди работали же, зарабатывали это все. И то, что у них отняли, это, ну, очень печально, скажем так. Вот. А так, да, я прям рада. Я на примере своей мамы, я очень ее сильно люблю. Ей уже 80 лет, у нее проблемы сейчас уже со здоровьем. Поэтому она у меня ветеран. И я считаю, что да. Должны всякие выплаты ветеранам Самарской области. Эта идея необходимая, потому что люди добросовестно работали. У меня, например, муж 52 года отработал, у него стаж рабочий. Поэтому, конечно, ветеранам труда нужно достойную старость обеспечить.